В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Рабочая зона. Так, значит, первое-наперво, что мы делаем, это мы устанавливаем вот эту вот картину. То есть картина у нас, ну, если переводить с английского, то это mail panel. Mail panel. Mail panel. То есть это мужская картина. То есть это такая ножка, male leg называется. Вот. Ну, это так, терминология, кто изучает английский, вообще-то нужно изучать английский. Вот. Первым-наперво мы определяем вот этот вот угол. То есть угол у нас между желобком и картиной. Ну, если с этой стороны, то это будет выглядеть вот он, этот угол. Вот. Вот этот угол, вот мы его вот определяем, можем поставить нашу гломер, вот, и поставить его, вот, и определить, вот, все, ой, четко все установили, вот так вот он выглядит. Или с этой стороны можем определить, вот. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы нам потом все размеры откладывать. Значит, приступаем мы с того, что мы изготавливаем, делаем сначала из бумаги вот такой вот замечательный такой вот шаблон. Ну, это выкройка картины сначала. Она бумажная, она мягкая, бумага мягкая. Поэтому здесь вот. И она точно соответствует вот всем параметрам, которые у нас здесь заложены. Вот. А параметры у нас тут какие все заложены? Вот если мы сюда поставим, чтобы все было понятно уж совсем. Вот, прикладываем ее, так? Я вам сейчас расскажу, чем мы будем заниматься. Как мы будем все это на металле все это переносить. Вот это вот у нас линия, вот у нас вот эта линия, вот. Это у нас линия примыкания картины с разжиловком. Это первая линия, которую мы должны определить. Вторая линия, мы отступаем от края, вот от этого края, то, что у нас вот этот край, мы должны от него к нему прибавить вот эти 10 миллиметров. Вот они, 10 миллиметров. Вот. Ну, здесь не особо хорошо видно, вот тут уж совсем хорошо видно все. Вот если мы прикладываем, вот, единственное здесь, я не сделал это, сейчас, 45. Вот здесь у нас 45 миллиметров. Сейчас отложим. Так, вот это у нас. Сейчас это быстро. Тогда уже будет совсем понятно. Так, 45. Здесь. С точкой здесь. Вот, 45. То есть у нас вот это вот, ну, как обычные наши отгибы. Малая отгибка и большая отгибка. Вот. Вот. То есть вот это у нас расстояние 45.
Вот она, здесь у нас 45. Вот. Здесь у нас... То есть у нас получается, что мы, когда ставим, когда размеры все подставляем, то мы в первую очередь определяем, вот у нас первая линия, то у нас будет линия гиба, мы по ней будем потом поднимать кромку, то мы откладываем и потом вторая важная у нас отгибка, это то, что у нас будет линия реза, то есть мы к этой кромке, вот к этой кромке, которая у нас есть, вот она, вот это, к этой кромке, мы должны прибавить что? 10 миллиметров, вот она. Вот я сейчас ее на бумаге попробую согнуть, вот так вот. То есть мы к ней должны прибавить 10 миллиметров. И сюда добавить еще 10 миллиметров вперед. То есть у нас получается, что вот это вот у нас линия, да? Линия, вот она, красная, я ее нарисовал. То есть мы должны к этой красной линии, а красная линия у нас идет вот она. То есть это линия, которая у нас сама, собственно говоря, кромки. То есть мы прибавляем 10 вперед, сюда вперед и 10 назад. Вот. Получается у нас 20 миллиметров, это вот это расстояние, от этой точки до этой. Ну а угол вот этот, который я говорил, это угол, вот он. Вот это угол, который у нас, вот мы его определили, вот он этот угол. То есть что получается, когда мы на картине сейчас будем отгибать, то есть... Вот у нас что происходит. Если мы заваливаем вот эту кромку, то у нас получается вот такая картина. Сейчас немножечко подправить надо. Вот такая картина у нас получается. Вот. То есть у нас получается, сюда мы добавили к этой линии, вот что я говорил сейчас только что, вот к этой линии мы добавили 10 вперед, 10 назад. И вот это у нас точка. Вот она. Вот у нас вот эта точка. Ну, чтобы это все не вычислять, кроечники как делают? Они изготавливают уже готовую шаблон, делают его из выкройки картины. И вот так вот потом прикладывают, чтобы долго здесь не разбираться, не смотреть там куда, плюс, куда, минус, вот они поставили сюда. Вот. И прочертили линии, вот они, все линии можно прочертить. Но есть еще другой вариант, допустим, вы хотите все это сделать прямо на металле. Ну, пожалуйста, можно прямо на металле это все откладывать. Привет, на связи Михаил, менеджер Укалтес. Хочу в двух словах рассказать о нашей замечательной и легендарной кровельной компании по продаже кровельного инструмента онлайн. Укалтес специализируется на поставке профессионального инструмента по листовому металлу, специализированного кровельного инструмента, кровельного крепежа, специального кровельного оборудования, листогибов, гильотинных ножниц, вальцовочных станков и зиговочных машин. Компания работает с более чем 45 регионами России. Заказывайте весь кровельный инструмент в один клик на нашем сайте altesdefis.ru, доставка в срок, оплата за нал и безнал, бесплатный звонок 8 800 505 48 60.